Мадлен, жалуешься не только ты, но ты громче всех. Кексик, Мелисса! Я не люблю жевать, просто заглатываю. Может, дашь один Уоррену, чтобы он заглотил? О, ну началось. Это классические мамочки. Меня считают поехавшей. В общем, да. Это просто медуза из Монтерея. Я раздавлю тебя, как насекомое. Итак, да начнется второй класс. Я чувствую ответственность за несчастный случай. Она достанет нас, достанет всех. О чем ты говоришь? О лжи. Детектив просто давит на нас, пока кто-то не сломается. Ты же не думаешь, что мой сын поскользнулся? Он знает, что я вру ему. Когда мы проявляем чувства, особенно плохие, они могут превращаться в чудовищ. Вы видите себя чудовищем? Я вижу, как нам досталось. Нас разъедает всех до единой. Мой сын погиб, и мне нужны ответы. Я вам ответила. Но кое-что утаила, верно? Ты хотела его бросить. И ты узнала о его измене всего за 10 секунд его смерти. Нет! О, ты не сказала и об этом. Большая маленькая ложь. Смотри в Амедиатеке и на телеканале Амедиа Премиум.